Помню, что я в 14 лет в меня влюбился 45-летний мужчина. Он пригласил меня в ресторан. На пляже меня увидел и подошел, угостил мороженым. И я прихожу и говорю: мам, что делать? Меня мужчина вот пригласил, взрослый. Я говорю: мама, взрослый мужчина, он седой, но красивый, пригласил меня в ресторан. Так посмотрел, ну иди. Ну это доверие? Или... Абсолютно. Пришлепала в этот ресторан, и мы стали беседовать, и он мне предложил выйти замуж. Я говорю: почему? Ну потому что у нас в семье традиция. Мой отец в 45 лет женился на 14-летнем. Вот у нас такая традиция. Я говорю: да. Ну, говорю, чудесная традиция. Я говорю: ну я вас не люблю. Мне было 14 лет. Ну что, говорит, вы полюбите потом, но зато я вам обеспечу. Не буду вас держать в тюрьме, у вас будет высшее образование. Вы будете делать все, что хотите.